Еще одна безоговорочная победа. Ивановский роллер Руслан Ким вернулся с очередных соревнований, на этот раз проходивших в северной столице. В чемпионате под названием Street Summit приняли участие сильнейшие роллеры России и ближнего зарубежья. Идеально откатав квалификационные выступления, экстремал вышел в финал, где обошел по очкам соперников из Москвы, Питера, Мурманска и Риги. Скейт-парк был очень сложный. Там, каждый скейт-парк по-своему хороший, со своей изюминкой. Этот скейт-парк немножко сложный был, и то, что там немножко асфальт был немножко нехороший, это усложняло немного катание. А так программу катания полностью выполнил, и, наверное, это и придало то, что я спортсмена из Риги обогнал всего на один балл.